должна расстыть. Модель у меня едет. Едем сегодня в Дортмунд, в музей немецкого футбола, который открылся в 2015 году. По рассказам и комментариям людей, которые там были, это очень круто. Вы знаете, что мы часто ездим в всякие футбольные штуки. Поэтому сегодня поедем в музей футбола. Если получится, сейчас заедем на Дортмундскую арену. Но это если получится. Леверкузен, ребят. Привет, друзья! Меня зовут Денис Кровец. Это канал Денис Пифагор. Спасибо, что смотрите. И это видео мы записываем из сердца Дортмунда. Город Дортмунд. И за моей спиной музей футбола. Музей немецкого футбола. Классика жанра. Друзья, совсем скоро мы туда сейчас пойдем. Тут небольшая очередь школьников пришла, поэтому я вам все покажу совсем скоро. Вот этот музей, который был открыт в 2015 году. Вперед! Ну что, друзья, мы уже в музее футбола. Здесь, конечно, эмоции просто зашкваливают. Вот за моей спиной буквально Кубок Лиги Чемпионов. Здесь вся история немецкого футбола. Очень круто. Платформа крутится. Ты садишься вот на нее, вот сюда, вот и по кругу здесь смотришь, что самое интересное. Поэтому не знаю даже, с чего начать, но здесь просто мега круто. Просто мега круто. Здесь все. Вся история футбола. Поехали. В музее в Дортмунде, в музее футбола. Там такие же есть, только другое. Jemand ist eingeflüstert. Лене Вася. Скажи, Лена Вася. Лена Вася, привет. Привет вам. Сереж, привет. Передаю привет из Германии специально для Сергея Саноцкого, моего друга. С матча, где мы, помнишь, были в Киеве, смотрели финал, когда немцы выиграли чемпионство с большим счетом. Вот я сейчас нахожусь в музее футбола в Германии. Здесь все об этом событии, все о футболе. Привет тебе, дружище. Я сейчас нахожусь в музее футбола, знаю, что вы тоже фанатеете о футболе. Здесь даже выставлен автобус, на котором на последнем чемпионате мира ездила сборная Германии, в него можно зайти.